В Ивангороде открылась заправка газовая, которую ждали, в принципе, очень много водителей из Эстонии, когда была граница открыта. Ну, мы надеемся, что все будет в порядке, будет открыто. Скажите немного о вашем предприятии. Какие планы вообще на территории Ивангорода у вас? Стабильно обеспечивать поставку газа населению и проезжающим границу, когда ее откроют. Газ будет постоянно. По хорошей цене, что не надо будет ездить в другие города, в Кингисепп. Здесь будет абсолютно рыночная цена. Можно заправлять, как мы видим, и просто баллоны, которые в хозяйстве применяют люди, и в частных домах, и также автомобили, правильно? Да, в дальнейшем будем планировать поставку и заправку газгольдеров от нашего предприятия, кроме того, что будем делать здесь.